Итак, сегодня 28 января 2019 года. Отправляем Владимиру Ильичу Бруину вот такую вот вакуумную камеру. Это манометр, который может измерять и вакуум, и до 5 атмосфер. Кран и шланг, куда будет вставляться вакуумный насос. Камеру можно и на повышение давления использовать, и на понижение. Вот сверху такие вот винты-барашки, и снизу их лучше подтянуть гайками, чтобы не вырвало. Сделаны 6 кабельных вводов для катушек. Сейчас я покажу. Вот. Значит, вот так она выглядит снизу. Уплотнитель. Это вот уплотнитель. Вот это вот 6 выводов. И вот здесь вот катушки. Ну, катушки тоже мы отправляем до кучи, раз уж они сделаны. Вот здесь сделаны разъемчики для катушек. Можно все это открутить и использовать уже одни только. А, ну здесь, наверное, надо сказать, что вот это винты, кабельные вводы. Это винты, закручены на клей, у которых спилена шляпка. Ну и вот сам вот этот бочонок, тут проложена бумажка, чтобы не замыкала. Так, и вот эту же крышку можно без какой-либо переделки. Можно ставить на обычную банку, либо на банку с широким горлышком. Сейчас попробуем. Вот, значит, сейчас покажу, как это работает с банкой с широким горлышком. Вот у Владимира Ильича точно такой же вакуумный насос. Он на 110 вольт, поэтому лампочка для балласта включена, чтобы можно было 220 включать. Все, поехали. Немножко прижали, дальше пошло само. Лучше вообще, конечно, сначала закрыть кран, потом уже выключать насос. Вот, ну где-то минус 0,4 кгс сантиметр квадратный. Вот, и банка давление держит. Банка обычного размера немного посложнее, потому что тут маловат все-таки уплотнитель для нее. Итак, 28 января 2019 года.
Вот такая вот вакуумная камера с вот такими вот катушками отправляется в Москву к Владимиру Ильичу Бровину. Ну, вот здесь есть 6 кабельных вводов. Возможность подключать эти катушки. На разъемах. Вот, закрывается. Значит, сейчас покажу, как она закрывается. Вот эта вот белая метка, вот она должна быть напротив шва вот этого бочонка. Вот. И все, и дальше барашками попасть в отверстие и закрыть. Если нагнетать давление в нее, то лучше эти гайки подтянуть, точнее эти болты подтянуть снизу гайками. А если на вакууме, ну достаточно и так, эти болты в общем-то особо не нужны. Потому что когда вакуум образуется, оно и так уже притянется. Пока другие болтают, мы делаем.